Добрый день. Продолжаем работу над мини-гринером. Вот такой небольшой видеоотчет о том, как я сегодня с утра, вот видите, вырезал вот подручник такой вот он. Откручиваем, можем менять угол от минимального 20 до 90. Вот. Сейчас вам откручу, покажу поближе. Вот он такой вот. Вот видите. Такая пластина, в ней профрезерован паз шириной 10 мм, глубиной 3,5. Фрезеровал я десяткой фрезой пальчиковой, прикрутил, вот видите, двумя винтами под потай. Вот. Здесь заточил под 45. Вот. В общем, получилось довольно-таки плотная, крепкая устройство, такой вот подручник у меня. Сейчас расскажу, как я делал этот паз. Вот смотрите, у меня была вот такая вот пластина, шестерка дюраль. Вот она, видите, как раз здесь находилась. Так вот. И положил вот на фрезерный стол. У меня есть площадка вот такая вот, она перемещается по столу очень плотно. Люфтов нету. Вот, за счет того, что вот очень плотно сделаны вот эти направляющие из дуба. Вот они очень плотно садятся. Вот. И получается, я вот пластину не буду показывать. Вот таким вот образом, смотрите, поставил. Вот фреза. Вот. Закрепил я ее к столу, прикрутил вот через эти два отверстия. И вот здесь кусочка не было, там тоже было отверстие. Вот, смотрите, видите? Вот он кусочек тут как раз. Вот. Здесь было отверстие, я прикрутил. Получается, жестко я прикрутил эту площадочку, подошве к этой. Вот. И потом фрезеровал. Фрезеровал буквально, я вам скажу, ну, минуты полторы. То есть за два захода вот я такое вот сделал. Вот. На маленьких оборотах. Очень чистенько все, ровненько. Вот. Такие вот я информировал о том, что я сегодня утречком быстренько склепал. Было бы время, можно было бы еще больше, но, к сожалению, основная работа погнала меня. Так что вот смотрите, как это будет выглядеть. Паз этот необходим для того, чтобы можно было, вот, представьте, положить сюда, ну тут будет ходить вот такая направляющая 10 миллиметров 3 глубиной. Вот она будет прикручиваться к чему-то, вот, допустим, это так примерно. Вот. И вы будете вот сюда, допустим, ложить стамеску. Вот. И можно будет, перемещая в этом пазу, затачивать под определенным углом стамесочку. Вот. Ну, вот у меня так примерно шкурочку я делаю, да, вот, видите, отрезал ее с обычной шлифмашинки ленточной. Вот. Я хочу просто вам показать, как это все будет выглядеть. Вот так. Я говорил, небольшая будет. Вот. Мне для заточки стамесок, ножей. Вот. Ну и там посмотрим еще для чего. Знаете. Вот. Я куплю различные зернистости эту шкурку. Вот. Это на 80, самое грубое, по-моему. Можно будет
шлифовать, затачивать. Ну, вы все посмотрите. Я буду продолжать показывать это все, информировать вас. Спасибо за внимание.